Очередной акт вандализма произошел в Оренбурге. На этот раз злоумышленники орудовали на остановке улицы Степана Разина на проспекте Победы. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как к остановке подошли неизвестные, после чего один из них повредил стекло. Сейчас молодых людей разыскивает полиция. В департаменте градостроительства и земельных отношений администрации города сообщили, что конструкцию остановочного павильона отремонтируют. Напомним, это далеко не первый случай подобного вандализма. Ранее полиция пообщалась со школьником, который пытался сломать камеру на умной остановке на улице Цвиллинга. Судя по видеозаписи, молодой человек ударил цифровое табло, а затем стал плевать в видеокамеру и сбивать ее пустой упаковкой из-под майонеза.